Всем привет, с вами, как всегда, я Дезертир, и сегодня снова Assassin's Creed 4. Ну что ж, поехали потихоньку. Еще парусов! Бомбрамсели, круче к ветру! Мы снова на ходу. Глядите, сэр, там что-то в воде! Морской конек без ресурсов, зажигательные снаряды. Неинтересно. Давайте так как миссии пока поплывем. Хотя я хотел бы улучшить что-нибудь в корабле. Вал по левому борту! Полный ход! Столкновение! Всем лечь! Отлично. Смогли выровнять корабль. Так. Тяжелые ядра. Ну, воевать, кстати, во время шторма, правый ребята бокер. Странные. За бортом добыча, сэр. Держись! Удачная позиция! Держитесь! Все наверх! Блин! К бою готов! Все. Убавить паруса от бури! Залп! Убьем мортирами, сэр! Давай! Еще! Залп! Тут наш корабль. Меньше ход! Ты... Паруса отдать! Круче к ветру! Жуткий вал! Слева! Слева, кэп! Груз Морриса! Рифить все морзеля! You are finished! Убрать, убрать, скорее! Ой-ой-ой! Ну-ка, порубим их, Петровский! Остановить корабль. Ох, как нас... Крот и по ветру! Всем не жить! Ноги кошку. Так, ветру. Абордаж. Ну-ка, поцелуемся! Ну? Мне выйти не дадут? Отлично! Все? Ну, отправить во флот Кенуэльча. Ну как-то это, блин, прям совсем... Можем улучшить корабль, материалов хватит. Так, захватить 3 корабля. Не помню. Ну блин, шторм сильный. Слева по борту! В воде какой-то груз! Приготовиться! К чему? Потому что я случайно на волну накатил. Ох ты ж. По сути, на халяву. Ладно, не буду на абордаж брать. Я выше этого. Блин! Проклятье! К бою готов, сэр! Я вообще случайно это сделал. Вал по левому борту! Как море-то волнуется, а? Мы, кстати, по-моему, уже выходим потихоньку. С шторма, по крайней мере, насколько могу судить я. Хотя вот здесь вот есть какой-то хороший корабль. Так. Я вот этот корабль включу. 200 реалов. Рифи, Марселя и Брамселя! Блин. Точнее, 2000. Лиселя отдать! Вперед! Все наверх! Поднять паруса! Залп! Не вышло! К бою готов, сэр! Ограбить их. Слева! Конвой, кэп! Груженый! Блин!
Только скажите, кэп! Убавить ли селя! Бли! Они уязвимы здесь! Надо бить! Враг впереди, капитан! Бли! Бригадно! Что, хороша водичка? Так их, да! Бли! Ну... Готов. Что приказать? Бли! Давай... Бли! Правильно. Бли! Хороший залп нам поможет! Залп! Что, хороша водичка? Залп! Да! Отлично. Я добился. Справа заливает! Паруса к ветру! Меньше ход! Убавь парусу! Спустить промселя и бомбромселя! Накитовые! Мы пошлем вас всех на дно! Шевелись! Убрать! Держись! Блин, сейчас будет больно! Черт. Держись! Так, корабль... Спустить паруса! Ловим ветер! Надо к кораблю развернуться. Убрать правильно. Гроты! Зарифить брамсели! Правый борт, кэп! Тут плавает... Поймаем ветер! Ловим ветер! Пустить все, кроме гротов! Блин, во время шторма пустить печально брамсели. Воевать. Пустить брамселя! Бомб брамселя! Лиселя! Лисели подняли! Вот! Грот мачта! Топ-фалы подтянуть! Очень скоро у вас появится компания! Тащи их сюда! Блин, а высоко вверх-то нельзя. Опа. На палубу не пускай! Сражайтесь, Олух! Как-то это совсем печально. Ну, блин, зачем ты меня, зараза, напал? У меня в этих сражениях проблема большая только с одними людьми, это с вот этими ребятами, которые на больших суднах. Ладно. Нам нужны суда, мы там были. Хрен с ним, пойдем по миссии. Гроты отдать, вперед! Седлаем ветер! Парус! Поплыли вон к миссии. Найдем ее заодно. Бенджамин. Шхуна. Пиратская. Кстати. Накидывай! Только от дьявола. Черт, что тут случилось? На вас напали? Напротив! Черная борода напал первым! Атаковал английский военный фрегат, чтоб его! Боже, но ради чего? Ищет лекарство, полагаю. Но как по мне, он чокнулся. Я с ним разберусь. Не стоит, друг. Он сам навлек на себя беду. И что же мне надо тогда сделать? Найдите месть королевы Анны. Бросок петрей! Поднять паруса! Ну, поплыли. Попутно здесь еще фрегат есть неплохой. В принципе, прям так и ждет, чтобы его... Затонул корабль! Недавно! Вижу. Надеюсь, Тэтч избежал такой судьбы. Образцов петрей к ветру!
Еще корабль, капитан. Не нравится мне это. Да. Надо смотреть в оба. Это никуда не годится. Добыть лекарства не так уж и сложно. Я не о том. Все течь с Хорни Голдом. Бессмысленная вражда. Понимаешь? Да, что уж. Но их цели равно благородны. Они хотят спасти людей в Нассау. Но разве это лучше для нас? Спасать никчемный город. Мы не созданы править. Мы берем и тратим, живем для себя, где бы ни были. И что же ты предлагаешь? Решение. Деньги и власть, не политика. Найдем обсерваторию. Сможем купить всю Англию, коль захотим. Или, может, станем править королями и императорами, будто крестьянами. Громкие слова, капитан. Но ты с командой или сам за себя? Я хочу для них лучшего, Аде, верь. Но такое не по мне. Я словно мальчик на побегушке. Сражайтесь, олухи! Осталось убить всю самую команду. Что сделать это аккуратнее? Вот как-то так. Готово. Но попутно нам надо найти все-таки месть королевы Анны. А с этим судном... Я думаю, починить галку. Можно было бы неплохо нажиться. Теперь нам хватит материалов, чтобы улучшить корабль, сэр. А какие у нас доступны улучшения, интересно? Ну, попади же ты уже! Поднять лисели! К бою готов, сэр! 14 снарядов, кстати. Заметь. Петь. О, можно выбрать, что петь даже. Точнее, Марселя! Брамселя! Бом, Брамселя! Лиселя! Поднимаем все паруса! Убавить лиселя! Ослабить Бизань! Там какой-то корабль. Паруса отдать! Круче к ветру! Английский флот. Просто что это за корабль? Еще один затонувший, кстати. Спасти выживших. Из пяти. Ребята! Спустить все, кроме гротов! Отдать гроты! По местам, ловим ветер! Пробуем выполнить задание дополнительное. Отдать все, вперед! Но ветер сильный. Соответственно, в этом направлении быстро уйти не получится. Рифить все марселя! Паруса бросают! Шевель! Идем в шторм, капитан! Прям таки в шторм. Так, там фрегат. Рифы марселя и брамселя! Рифы на гротах! Поднять паруса марселя! Отдать! Приходится поднять идти аккуратно. Все паруса! Погода не к черту! Что на сильно большой скорости это бессмысленно.
Уже Шибо! Близко, капитан. Спустить бомбы Мрамселя и Марселя! Еще парусов! Прям в наглую плывем. Как говорится, офигли делать. Впереди скала! Убавить паруса от бури! Рифы на фоке! А как я узнаю, что из них королева Анна? А союзник вот тут. Это окружающие меня вражеские корабли. Все паруса отдать! Ловим ветер, сколько есть! Так, это фрегат. Это тоже простой фрегат. В данный момент ни черта интересного. Ветром их здорово потрепало! Уже фрегат. Вот это уже интереснее. Хотя, по-моему, это тоже простой фрегат. Черт, за нами сейчас начнется кое-что страшное в виде атаки. Команда к бою! Накидывай! Не стреляю! Сейчас будет залп! Придется так. Черт, вы спятили! Бли! Все паруса! К бою готов! Держитесь дальше! Нас заденет, кэп! Бли! Бли! Не стреляю! В нас попали! Нас сильно задело, сэр! Быстро не справится! Еще воды, быстро! Назад! Или пусти разнесут! Одно слово и... Так, и готово. Спустить все, кроме гротов! Бли! Спустить паруса! Мимо цели! Все, сворачивай! Отдать гроты! По ветру! Зап! Вас так раздолбают это. Бли! Стреляйте прямо туда! Бли! Бли! Нужно время и древесина! Бли! На абордаж, сэр! Только скажи... Мы их ударим! Бли! Спустить промселя и бомб промселя! И в щепки! Зал! Не подходите близко! Бли! Готовы, сэр! Зал! Удачи туда! Это их добьет! Бли! Вон слабое место! Хороша водичка! Рифи Марселя и Марселя! Бли! Стреляйте вон туда! Бли! Не суемся под пушки! Бли! Сосредоточьтесь, капитан! Бли! Ждем приказа! У нас довольно сильно. Бли! Уходите из-под обстрела! Бли! Абордажу готовы, сэр! Бли! Стреляйте прямо туда! Рифить все марселя! Налегли, парни! Гроты по ветру! Назад, или нас на куски разнесут! Бли! На таран! Мы дождемся, сэр! Последний корабль для продажа возьму. Сражайтесь, Олухи! Все. Хреново. На палубу не пускать!
Попробуем добиться того, чтобы нас никто не долбал. Если нас, конечно, будет сильно долбать, то будет очень больно и плохо. Я бы этого не хотел. Последний, ну. Фух. Успел. Я чудом успел его добить. Так, дерево, металл, тяжелый ядра, мортирный экипаж. Отлично. Починить галку, конечно. Что еще сделать? Неплохо в целом, я думаю. Столкновение! Держись! Сейчас столкнемся! Свободу гротам! Койки вниз! По местам стой! Похоже, враги, сэр! Фрегат! Цвета британские! Только один, кэп! Спустить бомбы Мселя и Марселя! Еще парусов! Всем паруса отдать! Пытаемся дойти до своего собственного корабля, но не до друга, в смысле. За бортом! Добыча, сэр! Заодно, кстати, я хочу посмотреть, сколько у нас на данный момент 800, 500, 200. Это значит, что мы можем заказать некоторые улучшения галки, как, например, улучшение корпуса. Но нам надо для этого 15 тысяч, которых у нас нету. В общем, не важно. Пока что. Фрегат... И фрегат «Месть королевы Анны». Мы нашли его! Аде, смотри! Да, «Месть королевы Анны». На борту жарко. Нет времени на раздумья. Тэч в опасности. Команда поймет. Бейте сбор, парни! Мы идем в пекло! Марсель... Образцов ветерей к ветру! Паруса отдать! Поднять к бою, парни! Ближе салп нам поможет! Залп! Готов к бою с подходящей дистанции! Что? Разберемся с этим корабликом, ребята. Удачная позиция! Пли! Осторожнее, Эдвард! Пли! Мы слишком близко, отходим! Попали! Залп! Пли! Мы можем взять их на... От ветра! Поймать ветер! Шевелись, коллеги! Убавить лиселя! Рота убрать! Поможем! Гэп, стреляйте вон туда! Залп! Блин! И в щепки! Надо помочь своим. Блин! За дымом наших пушек ничего не видно. Вон слабое место! Залп! Блин! Стреляйте прямо туда! Залп! Эта секция неисправна! Все больше и больше народу. Блин! Хочет напасть. На нас идут на таран. Блин! Это их добьет! О, мы. Крюки готовы! На абордаж! Так, убить вражеских офицеров. Попробуем это сделать. Ну? Одного убил. Все, ладно. Четыре. И одного. Надо забираться наверх на корабль. Назад! На палубу не пускай! Ах, ты ж мать.
Хотя вроде бы должен быть. Сколько осталось? 11 человек. В любом случае, мне нужна починка моего основного корабля. И убийство этих косточков. Воу-воу-воу-воу-воу! Вот так сделаем все. Сдавайся, сволочь. Хотя я не знаю, на самом деле надо было вообще помогать таким образом, то есть разбивать к чертям эти два корабля, но я это сделал, и с этим все, на мой взгляд, хорошо, ладно, неважно. В общем, галку мы починили, ткани и прочее мы забрали. Мы захватили груз, пригодится, чтобы улучшить корабль. Отлично. Надать скорости! Что-то большое приближается. Эскорт. Отдать все, вперед! Гребаный эскорт. Лисели подняться. Ловим шквал. Убавить паруса от бури. Смотрите в оба, ясно? За нами корабль. Нагитовы! Они совсем сворачивай. Близко. Отдать гроты. Ой, ребята, это уже за нами, прям вот за нас нами. Нас задели. Не подходите и стреляйте с бортов. Только скажите, Кэп. Спустить бромселя и бомб бромселя! Придется еще чуть-чуть повоевать. Бли! Вон слабое место! Бли! Ждем приказа! Бли! Добили. Абордаж, сэр! Держитесь! Нет, абордажа не будет. Бли! Он идет ко дну! Мне нужно было добраться. Спустить паруса, ловим ветер! Трави! Трави! Убрать гроты! Живо! Еще паруса отдать! По местам отдать гроты! Трави! Нагитовы! Пустить штурвал. И попытаться забраться уже на судно к Черной Бороде. Ну что, книжки подготовили вас к таким передрягам, а, Боннет? Ни в коей мере. Поистину, тебя научит дело, а не книга. Запомни. Боже, за помощь! Эдвард, прошу! Держитесь, Боннет! Оружие к бою, а спину к морю! Устроил ты заваруху, Тэтч! Но ради благого дела! Надеюсь, ты о лекарствах? Да, Галеон неподалеку. Если быстро сварим этих драков, догоним! Ну что ж, значит, мы их должны убить очень быстро. А ты почему еще живой? Так. Ну, ты мне чтобы не мешал, впрочем, как и ты. Стайпер тоже. Отлично. Дяденька, вы мне мешаете. Хотя ваш топорик мне бы пригодился. Тэтч, легенды любят звон стали. Господа, вот и снова наш галеон. Берегись! Берегись. Быстрее чего? На мой корабль! Они от нас не уйдут! Это уже слишком!
Вернешься на галку, как только дым рассеется. Но сейчас мне нужен рулевой. Командуй. Отдать концы. Идем прямиком к галеону. Совсем скоро лекарства будут у нас. Ну что ж, мы управляем кораблем самого Черной Бороды. Хватит болтать, за дело. Оу. Вот так тебе. Надо как-то пройти аккуратно между. Не упускай его. Да стараюсь. Дружочек. Они открылись! Тартика по ним, сэр! Итак, разворот корабля. Пли! Садите-ка в них залп, капитан! Блин, ну я надеюсь, у меня такой же корабль будет потом. Ударим по ним здесь! Знаете, как... Три выстрела сразу. И добиваем! Идем ближе, Кенуэй! Кончается, капитан! Черт! И галеон почти затонул! Я вижу обещанного дьявола, Тэтч! Я был бы ангелом, если бы они сдались! Но пути назад уже нет! Тарань, ублюдка! Давай, что есть мочи! Ну, абордаж... Там написано не таран. У них течь, парни! Отправим их в ад! Найди капитана и прикончи его. Да без проблем. I've got a deadline on it. Clear shot. Да есть проблема. Попытался с корабля на корабль перепрыгнуть, называется. И капитана, и прикончи его. I've got a deadline on it. Ready to take the shot. Got a line on it. We'll not let you get away. Keep him on the run. I have a shot. Зачем я лезу на самый верх? Я не знаю. Капитан снизу. Опять мимо. Капитан, ты снизу, зачем я наверх лезу? Я вот прям не понял. Пытался убить того чувака, а потом понял, что смысл. И прикончи его! Отправим их в ад! А капитан-то какой, а? Борзый. Но мы его добьем. Убийство мне не по душе, капитан. Если бы вы сдались, были бы сейчас невредимы. Провались ты в ад! Тебя вздернут на виселице, как и тех в Бостоне. Объявлено прощение. Капитан, мы обыскали трюм. Груз так себе. Но нашли лекарства, на них печать Чарльстона. Спасибо, Хэнс. Насау не вернуть к жизни, полагаясь только на силу и случай. Нам надо плыть в Чарльстон. Эй! Ну что, мы победили? Боюсь, не создан я для стези пирата. Чересчур это утомительно.
Встретимся в Чарльстоне спустя ровно месяц. Вот такое вот веселое заданица. Что я могу сказать? Оно мне понравилось. Это задание было на тему, как Черная Борода стал самим собой и получил свое, так сказать, прозвище, да? Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ладно. А на сегодня всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, я, Дезертир. Это был Assassin's Creed 4 Black Flag. Всем еще раз спасибо за внимание и удачи. Приятных снов.